Отлично, командор. Без этих пауков варпа, которые натравливают орков, на Тифоне намного спокойнее. Ваши победы над орками и эльдарами надолго стабилизировали положение на Тифоне. Не особо полезная вещь. Однако не все новости так же хороши. Мы получаем множество донесений о том, что местная растительность мутирует, а какие-то чужеродные твари нападают на людей. Эти твари, как они выглядят? Большинство сообщений от гражданских, Цирус. А их страх не способствует точному описанию. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее вернулись на Калдерис. Орки Бадзапы собираются нанести еще один мощный удар по столице планеты. Только так. Я боюсь, что без вашей поддержки Калдерис падет. Хорошо. Так. Укопашка не нужна. О, чисто для Такуса есть одежда. Так. Фаддей, держи-ка ослепляющие гранаты и держи пистолетик. Укопашка. Стрелковому. Нет, лучше возьми вот это. Так, это у нас обычная одежда. Это обычная одежда. Это вот так. Это что? Обычный меч. Нахрен он нужен нам. Так. Пистолет тоже обычный. Такус в одежде. Авитус. А, это чисто для Авитуса. Ну, полетели на Калдерис. Обратно. Что там у нас произошло? Завершить задание защиты врат Аргуса. Так. Командор, механик Бадзаппа и его орки пытаются захватить Аргус, столицу планеты. Угу. Если им это удастся, Калдерис падет. Я организовал оборону у городских ворот, но новобранцам и десантникам нужна ваша поддержка. Вы высадитесь к югу от их месторасположения и направитесь на север для обороны ворот. Я повел небольшой отряд космических десантников на восток и отрезал главные силы орков. Ага. Калдерис не должен пасть, командор. Хорошо, сейчас, подожди. Так, у нас дальнобой на орудии было написано же, да? Вы, ребята, здесь стойте. Так, Авитус, у тебя пулемет есть, да? Вместо Цируса пойдем. Поехали. О, дмета гранаты. Давианту командует операциями космического десанта в подсекторе Аврелия. Его задача — защита Калдериса и Тифона, миров, где вороны набирают новобранцев. Ту получил известность после того, как уничтожил ведьму Хаоса Моргану в черной крепости Веспы. В дальнейшем он также проявлял себя в кампании на Кадии и в командовании сражениями на Кронусе. Ту весьма уважаемый капитан Кровавых Воронов, он обладает репутацией человека, который никогда не дает в обиду своих подчиненных. Угу. Кто играл в Warhammer 40K Dark Crusader, помнит, что он там натворил. Космический, имперской гвардии воевал, блин. Эй, босс, я думаю, мы бросим эту машину. Угу. Сейчас тебе башку оторву за то, что ты предложил это сделать. Бум! Под запа, стоять! Уничтожьте этих орков! Человеки, давайте постреляем! Давай, моли его! Убейте этих пиявок с моей задницы! Пиявок? Он уходит! Чё, говорит, убейте их с моей задницы? Опа, сейчас будет весело. Вперед, ребята! Поддей. Блин, он недалеко, конечно, летает. Меняю позицию. Вот и все, вопрос решен. Блять, пулеметчики. Командор, бегом туда. Да, все, зашибись. Втяни их в ближний бой. О, капитан командор Влад. Пошли дальше. Давайте на Мэка нападайте. А вот и мои штурмовики. Ну да, у меня свои. Убейте этих придурков. Блин, он сел в этот грузовик. Какой базе? Командор, этот орк собирается атаковать городские ворота.
Его нужно преследовать и уничтожить. Бежим, 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 бежим. Ребята, надо помочь. Тактические десантники. Спасайте лагерь, раздолбай! Какой лагерь? Вперед! О, предатор у нас выехал, зашибись. Так, Таркус, иди захвати. А, он захваченный уже, это хорошо. Куда пошел? Эй, ублюдок, а? Если мы потеряем Аргус, то потеряем и весь Калдерис. Ваша задача не допустить, чтобы орки пробились через городские ворота. А сразу взрывается, да? Орудие Тарантул готовы к установке. Ошибись, ставим. Передайте координаты, и они будут сброшены для усиления обороны. Пытаться взорвали! Сука. Аветус. За мной. Мы готовы ко всему. Меняем позицию. Штурмовики наготове, оборона готова. А, установить еще один? Куда еще один вытыкнуть-то можно? Давай вот здесь. А, можно было там? Ну ладно. Прямо они сверху бегут. Ууу, сколько их там. Фаддей, готов устроить десантуру? Бля, надо было вон так. Дим, очищение. Вот только из-за них можно качать им дополнительную экипировку. И дай гранаты. И сейчас сделаем вот так. Вперед! Какое? У нас на все работает. Опа! Извиняюсь и спасибо. Они имба, натуре, блин, имба. Огонь из всех столов! Конечно, когда тираниды появятся, они уже будут смертники обычные. Добил кого-то. Случилось? О, бежит. Это не нравится. Вперед, ребята. Какая-то у него броня, блин, появилась. Я делаю лучшие бомбы для вас. Орки прорывают нашу оборону, командор. Отбросьте. Ничего не прорывают, не паникуй. Мы держимся, это что такое? Это бомба, что ли, что-то? Да, это бомба какая-то, мина. Меня не остановить. Держи гранату. Да, динамит он кидает. Отойдите, отойдите от него. Зеленокожий вызывает землетрясение. Нихера себе он вызывает землетрясение. Пушки одной нету. Что, малой? Пойди, отступай. Сбейка. Всех стволов. Он какой-то щит делает, блин, зараза. Все, второй. Командору компашку помогает, так уж не подходи. Опа. Давай со всех стволов. И еще Фаддей, десантура. Ни хрена, живучая скотина. 18 тысяч хп. Опа. Отступаем, отступаем. Только не взорвитесь вместе с ним. Смертельно опасно. Атакуйте с расстояния. Командор побежал в окопашку, блин, насрать ему на все.
Давай, давай, ребята, я верю в вас. О. Слишком здоровая дыра для такого орка, как я. Да, он маленький же. Ой. Двигаемся к указанной точке. Тул всем кровавым воронам. Что случилось? Подготовиться к экстренной эвакуации на Армагеддон. Нам противостоит гораздо большая сила, чем орки и эльдары. Командор, капитану Тулу нужна ваша помощь. Немедленно отправляйтесь к нему. Все, понял, бежим. Бежим на помощь. О, здесь трупы везде, смотри-ка. Здесь перестрелка идет. Жесткая при том еще. О, орки. Вперед! Бля, когда авиатусу не нужно развертывание, то вообще, кстати, прикольная вещь. Он сразу начинает херачить. Опа! Тиранитки. Тиранитики прибежали. Что это были за твари? Противник намного более смертельный, чем... ...эльдары и орки. Еще ксеносы! Пробивайтесь к капитану Тулу! Вперед! Двигаемся к следующей цели, братья. Чего там толпа, блин? Так, так уж ты должен захватить эту хрень. Поддей. Сейчас полетишь. Стрельский отряд. Вперед, 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 вперед. Наших. Хотя бы стреляет. Мы одного звания, так что не надо мне здесь приказывать. Мы одинакового звания, так что не будет ни команды, ладно? Термогаунты еще прибежали, смотри-ка. Продолжать огонь, мы их отбросим. Мы всех убьем до последнего. Да хрена, кстати. К вам летит метеорит. Метеорит? Это не метеорит, Марселий. Это спора тиранит. Тиранит лошадь. О, воин. Воин тиранит. Давай по нему, херай, сколько у него хп. Один из косарей. Поддей. Он направляет остальных. Десантируемся. На двя на ту напал. Это брыдок, а? Капитану Тулу. Воин уходит. Капитану Тулу, направляйтесь к капитану. Держаться, Тулу. Держаться до последнего. Капитан Тул с нами. Тандерхок 1. Экстренный вывод по заданным координатам. А где те? Сыны всех убили, что ли, наших? Провести ковровую бомбардировку местности. Я даже не обратил внимания, как наших убили. Уничтожить врага. И да пребудет с нами император. Охренеть, блин. Как наших там всех поубивали, у меня одни остались живые. Сейчас Камильто Бонд очень полезная вещь. Вот дополнительная высадка. Для нас настал нелегкий час. Капитана Тула серьезно ранили враги, которым удалось избежать возмездия. Флот Улью угрожает существованию миров, из которых мы набираем новобранцев. Но эта битва еще не окончена. Она только начинается. Что со стрелочкой? Доставить капитана Тула к Апотекарию! Бегом! Успокойся, Фаддей. Апотекарий Гордий уже работает. Командор, говорит Апотекарий Гордий. Слушай. Командир медицинского подразделения корабля «Армагеддон». Капитан Тул все еще жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Кому впал? Большинство его органов и имплантатов уничтожены, а чужеродный яд поражает выжившую ткань. Я поместил капитана Тула в стаз, чтобы остановить действие яда. Но кроме этого, у меня нет никаких средств противодействия отравлению. Надеюсь, Гордий подготовится к тому, что такая помощь понадобится и другим. Ты боишься чужаков, Цирус? Я не знаю, что такое страх, Авитус, но я не глупец.
Это были тираниды, монстры-пришельцы, уничтожающие в мирах все живое. Их миллиарды. А нас только горстка. Цирус, ты раньше встречался с таким? Да. Однажды. Много лет назад, когда служил в смертельном дозоре. Нам понадобится любая возможная помощь, чтобы противостоять этой заразе. И даже в этом случае мы, скорее всего, проиграем. Командор, с вашего разрешения я попробую вызвать ближайший флот нашего ордена. Давно пора, бля. Занять некоторое время. Тем временем нам нужно обеспечить контроль над Тифоном, пока не прибыл весь рой тиранид. В противном случае система снабжения будет уничтожена. Нападения Эльдаров продолжаются. Они теснят нас и ослабляют нашу оборону. Давно пора уже флот вызвать весь. Нам нужно вернуться на Тифон и покончить с Эльдарами. Так, а теперь... Повестки дня, два вопроса. Так. Да не снижает уровень... Развертка не требуется. Вот тебе возьмем плазменную еще дадим. Это что, это обычная, да, броня? Цирус, ты можешь взять? Да, может. Если что, может дать ему автомат. Фаддей. Ой, Цирус повысился. Так. Угу. Ну, сейчас так. Ладно, так и быть. Так, 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 так. Фаддей, что у тебя дает этот? Это уже не надо. Печатка только командору, да? Сейчас ее взять может? Нет, не может. А это что? Нет, это только... Тоже он мне нужен, если честно. Так. Два. А ведь уж возьми хотя бы вот это. Может обычный автомат взять? Да ну нахрен это не идет. Так. Эта мантия вон не нужна, она слабенькая уже. Как будет исцеление. Так, куда там дальше? На Тифон, да? Поехали. Так, что у нас здесь Эльдары дебоширит? О, Рейнджер. Мы обнаружили силы Эльдаров, которые угрожают нашей системе снабжения между Тифоном и Калдерисом. Угу. Мы опознали их лидера. Это очень опасный Рейнджер Немериан. Очевидно, он возвращается после какой-то операции на Орочей территории. Это наш шанс сорвать операции Эльдаров на Тифоне. И возможность больше узнать об их планах. Предлагаю нейтрализовать его немедленно, командор. Вражеские войска укрепились в центре. Вражеские страны уязвимы для различных видов взрывчатых веществ. По-моему, вот это может только он, да? А, нет. О! Вот это другое дело. Седьмой уровень. Совершенные гранаты. А разница? Вон, дадим мы ему, а тебе дадим да, обычные гранаты. Поддей, да? В принципе, уничтожить врата, уничтожить рейнджеры немедленно. Высадиться. Меня пойдет. Меня такой вариант устроит, если честно. Mm-hmm.
Командор, наша цель охраняется Эльдарами. Несомненно, они надеются прикрыть его отступление. Снайпера. Одного хотя бы вынесите. Ой. Готово. Пошли дальше. Ту-ту-ту-ту. Готово. И припасы сейчас все сделаем. Я так понимаю, рейнджер здесь сидит или там врата, но нам надо сначала сюда сходить. Враг занимает храм Императора. Мы должны уничтожить их и вернуть храм. Командор, выбор за вами, но это займет некоторое время. Мы отобьем его, это наш храм. Конечно, я бы командору уже печатку дал бы. О, вперед! Давайте, так, Кус. А ну что за грант такая? Ну покажи, пожалуйста. Бум, блин. Вперед, Кус, баншика, не сражайтесь, ваш банши сейчас подкошит там. Захватывай. Давай. Ребята, вперед. Угрозы храму больше нет. Позарить. Захватив его, мы станем сильнее в бою. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей... Поддей, отступай. Поддей, отступай. Да, о, мы сейчас сюда сможем перейти. Где там? А, это встань-ка вот так. Честь постигнет всех Эльдаров. Координаты получены. За мной, братья, вперед! Побегут сюда, нет? Да не должны, в принципе, ладно, пошли сюда. Вперед. О! Вы, люди, всегда и везде устраиваете бардак. Неудивительно, что видящее выбрало для наших целей орков, а не вас. Потому что орки тупые. И все это время ты, наверное, убивал тиранит. Ты... В смысле? Заслуживаешь всего, что с тобой происходит. А он что, умер, что ли, уже? Одним ты, блин. Меньше. Что-то вообще сейчас ни о чем. Сейчас там будет портал. Что-то герой вообще быстро у них откинулся. Знамя ордена поднято высоко. Извиняюсь. Прям вот кашель не прошел до сих пор. Пауки в арху бегут, но на один сал бы. Гранату кинули. Вперед! Блять, там у них! А отступай, отбеги, отбеги! Блять, у них силикеновые пушки здесь, Бен, стоят! Десантура, быстрей! Держимся, держимся! Построиться! Штурмовые десантники ждут ключи, поисковые.
А там еще кто, порог что ли? Нет, бой еще больше. Прям ножей тех нету, блин. Если бы у Авитуса базуку была бы, то было бы вообще шикарно. Так, блин. Стреляю всего, что есть. Там большая хрень приехала. Она очень больно бьет. О, для Цируса. Красивые вещички. Кидай, кидай, насрать. Есть. Это объясняет их действия. Да они их сюда же и вызвали. А какое отношение имеют тираниды к эльдарам, которые помогают оркам? Если поднять орков, они могли бы задержать тиранид. Если бы эльдары не занимались этим в тех мирах, из которых мы призываем новобранцев, мы могли бы использовать это в своих интересах. Использовать эльдаров и орков, чтобы остановить врага? С чего бы нам тратить на это свое время? Мы космический десант. Мы ничего не боимся, потому что мы сами воплощение страха. Возможно, мы воплощение страха, Авитус, но нам приходится иметь дело с врагом, который не знает, что такое страх. Натуре. Если мы хотим удержать им просто сектор, покушать надо, блин. Тиранидам просто надо покушать, запомни это раз навсегда. Им насрать, в кого ты там веришь, кому ты служишь, какой ты броне одетый и так далее. Им просто надо покушать. Связка кассетных мин.